Доброе утро. Доброе утро, мир вам. С миром. Бог помощь. Спасибо, Христос. Доброе утро. Привет. Мир вам. О. Он вас не... Фронт работы, говорит. Колочком, колочком. Он не знает, никогда не наложил. Колочек. Я же сказал несколько раз, а обернулся назад уже по-своему. Вот смотри, колодку здесь наложил. Тополь. Тригер пришел. Тополь, да. Два КамАЗа тополя. Два КамАЗа, но. Да, я вижу, надо колодчиком выпадать. Ну, колодцем, так что она упиралась и колодцем. Да. Ну, так а что ж, отвернулся, уже ничего нету. Нет, чурку-то я специально подставил. За место второго колышка. Ну так, конечно. Там не пробивается земля. Не пробивается, не надо, делайте на конце обязательно такое, иначе она туда рухнет. Так, смотри где-то. Выложи первую. Чтобы она знала, что надо. Ну, колодечек можно и посредине выложить. Мир тебе, брат. Ну как тебе? Мир тебе. Игорь Александрович. Владимирович. Александр сегодня. Барабан. Вот он, Володя стоит. Карамелька, собачка. Хороших работников прислал. Да. Ну что стоишь-то, давай самое вперед. Главное, что не замерзнут, одеты нормально. Вперед. Чтобы не замерзнуть. Так, что, давайте это цепочкой и пошли. Нет, какая цепочка? Я подносит тебе его. Вот ты цепочка не пойдет. Володя сейчас освобождает, что лет он будет проходить. А это откуда что-то можно сюда набрасывать и все. А вот еще, чтобы не все положить. Вот в этом это вы работаете. Видишь, как очистили? Иначе она протает и упадет. Так. Ну, ровно лежали. Не наклонялись. Они это... Которая длиннее, пусть сюда торчит. Она тогда с этой поленницей соединится. Стандартно не знаю куда. Ну это в сторону, да. Карамелька, ты не замерзнешь тут? А, собачка. Да бросай, бросай. Туда все это, туда это пойдет. Это стандартно. Мама все расспрашивает, когда дрова-то привезут. И Володя тут звонит. И Володя звонит буквально через 5 минут. Да, ваше желание исполнилось. Видишь, как торчат? Смотри. На эту сторону длинная, чтобы торчать. Следующие поленницы, они перевяжутся между собой. А, ну да. А как ты поверишь? Ты вот, вот так вот бросай вот туда. Они сами там делают. Мы там втроем кололи. Сергей Пуков, я и вот брат Никита. Позапрошлый? Нет, почему? В этом году. Подожди, сюда надо уже кидать. Все, Володь, давай носи, потом еще прикидь. Ага. Тихо. Первая авария. Да, тазик значит, уберите. Это не важно. Тазик это. Вот так. Вот сюда брать и ложить. Бывает. Жизненное огорчение. Ну вот так Господь прислал помощников нам. Слава Богу. Аллилуйя. Вот продолжаем работать сегодня, 30 ноября 2017 года.
Мы вчера привезли дрова колотые. И вот сегодня уже складываем. Это уже второй ролик. Вот нам помощник еще больше подбавилось. Татьяна Кузьминична, Александра Михайловна. Ну, вот кучка потихоньку убывает, но еще много складывать. Надежда Васильевна присоединилась. Опасно стоять-то, загинуть. Вот и не надо никакие значки ГТО по метанию гранат. Соединяйтесь. Да. И все. Вот мама у Игоря складывает. Старается. Всем работа нашел. Ну да. Это он... Так бы газ был бы, еще. Это у него... деньги нашли. У него на это талант просто. Да, у него талант на публике работает, это правда. Это неплохо. Она к нам приезжал Виктор этот, ой, Виктор, вернее, Виталий Калиников. Я ему сказал, говорю, Игнатий, значит, талант находить работу. Он говорит, а у тебя, говорит, талант исполнять ее. Говорит. А у него талант языком болтать. Собачку в машину посадили, а то она здесь замерзает. Все, слава Христу, аллилуйя. Это мама Валентина, Игорева Игорь, и отец его пришел, Владимир. Этот Никита. Ну, это Татьяна пошла, а это Надежда Васильевна, а там Александра Михайловна. Вот эти дрова, сколько дров привезли сюда. И сегодня укладывают. Нужно дорогу тут пробить, чтобы в туалет уходить, Володя. Потом убирает и на колесиках увозит. Туалет, чтобы бабушки не споткнулись. Вот так. Это, который стандартно такое, некондиционное. Потом раньше сожгу. Принести, на печке разложить там, на сушилку. Так. Сколько длина ее тут? Можно было, может, даже еще и больше привезти, но ему надо было тентом закрывать. А то, может, я думал, с бугорком. Ну, с бугорком, не с бугорком. Это приехал Игорь. Время-то еще не так и много. Ох, красота. Ох, красота моя. На крыше. Счастье, вылетели. Ну. Нам не хватает только что Симона Харольского. Чтобы он тут ходил вокруг нас с поленом и пел. То-то нам бы работать хорошо было. Потеряевку бы приехал, погостил. Тоже там уже, пока мы пруды прудим, он бы ходил там по берегу-то и новый пейзаж и пел бы. Как-то тогда на душе-то легче было бы. У нас вот никого таких нету. Народ не талантливый. Все работают, работают. А надо петь. И кто-то дал бы деньги на новую программу нам. Программу, чтобы прославить Бога. А это трудом, да еще он прославится. Сожгли, и нигде ничего нет. А песня остается в интернете. У соседа тоже баня топится, в ней живет. По его, говорит, вине сгорело. У соседа дома свой. Сколько лет уже живет в бане. Все делается. Уже две поленницы заканчиваются. Начинается третья.
как-то бы показать сверху, не знаю как. Я сейчас сверху попытаюсь тут залезть и заснять. Ну, еще не видать, две по лестнице. Напрасно сюда и вниз. Ну, брат, отходил, отпрыгался. Ой. Вот я тут внутри. Ладно, поленницу выкладываем. Чтобы она не гремела, ее в руках несу в тазик. Не тазик, а ванну. Вот он сейчас приходит здесь и еще одну поленницу. Тут у нас дрова есть. Показать, как тут. Вот. Вот поленница это вот одна. Верхонка. Я думал, ты мне ручку свою верхонку отдала. Пень стоит рядом, я с торца зашел. Вторая, чтобы не упали. Так, все, все, кидать надо. Сколько Владимиру лет-то? Ровесник ваш. Ровесник? Ну, правда, вы, как он говорит, салага на вас. Потому что он 2 мая. Я 10 июня. А вы 10 июня. О, вот это... он и говорит, Игнатий Тихонович, да, салага. Это 35 дней разница у нас. Да. 5-10. Это правильно. Иногда один час решает все. Он Яков-то как родился. Да, вот именно. Кто первородный? Чья нитка красная появилась? Ну вот, подожди поближе. Это наши сестрички тут трудятся, не разгибаются. Это чьи рукавички-то? Мои. Так они закладутся туда и все. Вот здесь показать две поленницы. Какие поленницы? Там ну, видно, он почти с Никиту прибирается. Вот тут вплотную к этому пятому складу. Вон там Игорь своим табором. Мама, отец у него на 15 дней старше меня. На меня, говорит, салага зеленый. Старше на 30, нет, ну да, на 35 дней, не на 15. Потом подложить, не знаю. Нет, сейчас надо, немножко осталось. Ну-ка. Сейчас подкидать еще. Подкидай, подкидывай. А вот он везет. Угу. Давай. Холодно снимать голыми руками-то. Ой-ой-ой, ты что делаешь, а? По коленке прямо. Ты что где творишь, старик? Простите. Меня по коленке развернул. Я видел вашу коленку. Вот пришли сестры, ты что-то разделись или еще. Вот так хорошо. Общее дело объединяет. Ой. Пусть Симон Харольский не обижается, что я говорю. Труд и молитва, но нигде не написано там, что пение такое, что я бы ходил и менял позицию. Вот если он желает узнать, как петь, вот пусть зарядит. Богачев Юрий, баптист обратился, как он там с хором, жена у него, бывшая артистка, играет. Никуда не ходят, они перед народом стоят, а это за собой всех тянет. Идет там со спины, ноги. Ну, время. Я посмотрел, столько времени потерял и ничего не взял. Ничего не взял. И в конце Богачев, он ничего не просит на новый проект, ни рубля. Вот разница. И разница настолько большая, что как будто из разных миров люди. Вот так. А чем? Что делаете? Как один спросил там кучер. Федор Иванович Шаляпин, он говорит, пою. Да мы все поем, когда выпьем. Я спрашиваю, работаешь кем? Вот, говорит, какое отношение у нас к песне. А какое? Это не левит. Вот так. Сейчас я здесь покажу кое-что тут. Наше хозяйство. И где у меня Паля? Паля, ты где? А, вон она вышла. Ой, Паля выскочила. Паля выскочила. Чё?
А у меня для нее припасена здесь рыбка лежит. Как крикну, и она зашевелится сразу, раз, рыбки. Я собак-то дрессировал, вон она уже идет. Так, все мимо горячей плиты, мы ее закрыли. Вот она какая, а, паля-паля. Ой, ой, все. Такая хорошая кошечка, уже прям сформировалась в кошку. Пушистик. Одно слово только крикну, вот сейчас крикну, допустим, мать ее, она сразу голову повернет. Рыжая! Ох, рыжая какая! Все, пока, ухожу.